Сегодня мы переезжаем, взяли в аренду вот эту маленькую машинку, и она оказалась прям совсем крошечной, и там полностью забиты нашими чемоданами багажник, заднее сиденье, и только осталось место для нас на переднем сиденье. Так что пока ломай, нам здесь нравилось, и домик здесь лучше, чем там, куда мы переедем, но зато там есть двор, раздолье для Марка, хороший пляж. Видите, как у нас сзади все забито доверху. И так интересно, здесь руль получается справа. И если ехать на механике, то коробка передач наоборот слева. То есть нужно левой рукой переключать. Мы боялись, что вдруг машина будет с механикой. И как мало того, что нужно приучаться ехать как бы по встречке, по нашему, так еще и переключать передачи левой рукой. У нас машина-автомат, и мы, в принципе, уже отвыкли от этого. А сейчас будем проезжать смотровую площадку пляжа Ламай. И хотим остановиться, сфоткаться. Там очень красивый вид. Здесь считается священное место, и все проезжающие автомобили сигналят по 3 раза. Туристы не сигналят, а местные сигналят. Вот, слышите? И, кстати, видите, у них всегда стоит вода. Вот с трубочками, для того, чтобы духи могли попить. Заехали в храм Вад Хао Хуа Джук, я запомнила это название, и здесь есть такая очень высокая смотровая площадка, из которой открывается вид на остров, море, и что самое интересное, на взлетную, то есть посадочную полосу аэропорта острова Самуи. И сюда приезжают смотреть, как садятся самолеты, здесь прям как на ладони все, их должно быть очень хорошо видно. И я посмотрела по расписанию прибытия рейсов, что через минут 15 должен быть самолет. И мы в предвкушении этой картины. Я надеюсь, что все по расписанию. И что этот самолет еще не прилетел. Возможно, это была уже посадка в самом аэропорту. Пока не наблюдаем что-то ничего. Смотрите, а вот это... Вот здесь вот. Это не море, это озеро Чавэнг. Мы сейчас в районе Чавэнг. И вот такой огромный шпиль в храме. We'll be right back.
Далее мы направились к статуе Большого Будды, которая считается визитной карточкой острова. Ее видно издалека, и она находится на небольшом острове, который соединен с Самуи насыпью. Большой Будда оберегает остров Самуи от разных напастей, в том числе стихийных бедствий водных, так что его очень почитают, и сюда приходят на выходные местные жители очиститься от грехов. Зашли в австрийское кафе. Ну, конечно, уже все съели. И смотрите, как интересно здесь стены сделаны. На них можно писать что угодно. У Марка, смотрите, кенгуру австралийские такие, и он не хочет их отдавать сейчас. В итоге Марк выменял на коалу маленькую. Последняя наша достопримечательность на сегодня – это магический сад Будды, который создал фермер, выращивающий всю жизнь дурианы, а на старости решил недалеко от своего дома построить такой вот сад. Он обучился резьбе по камню и, как оказалось, стал очень талантливым скульптором. Кстати, сад этот достаточно молодой, хотя из-за того, что некоторые скульптуры поросли мхом, то кажется, что это очень древнее сооружение. Уже солнце зашло, поэтому все в такой дымке, но все же, я думаю, видно. Мы катаемся по разным до сих пор достопримечательностям. Смотрите, с каким шикарным видом мы просыпаемся. Прям тропический рай. Сегодня Марк рано сильно проснулся, и муж дал мне время чуть-чуть поспать. Мы пошли с ним в бассейн. Там купается. Сейчас плохо видно. А я могу спокойно посидеть в Инстаграме, посмотреть какие-то видео и просто насладиться этим видом. А вот наша погода. За что мне нравится зимовать на Самуи? Постоянно 28 градусов. И ночью тоже не бывает холодно. И видите, неважно, дождь здесь, либо солнечно, все равно очень тепло. Марк больше всего любит, когда его возят вот так.
может сидеть пару часов в бассейне. Вот такая у нас гостиная вместе с кухней, студио, как и в предыдущем жилье. И в следующем видео я вам покажу полный видеотур по этому дому. Так что следите за видео и до встречи в следующем видео. Пока-пока!